Изменений в экзаменационных материалах ЕГЭ 2020 года не произойдет. Об этом сообщил директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова в рамках онлайн-марафона в социальной сети ВКонтакте. Нет никаких оснований делать какие-то преференции выпускникам этого года. Более того, это невозможно технически. Все контрольные измерительные материалы готовы, и их пересмотра не будет, сообщила она. Проведение экзаменов в компьютерной форме пока не планируется. Этот вопрос более отдаленной перспективы. Исключением является только ЕГЭ по информатике, который частично планируется проводить на компьютере с 2021 года. Напомним, что ЕГЭ 2020 перенесли на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.